Мы находимся на мероприятии «Весна Фест». Рядом со мной Сергей Фрон. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Привет всем. Сергей, с какими сегодня песнями выступали, мы, к сожалению, не успели посмотреть, но вот вы нам сейчас все расскажете. На самом деле сейчас такое сложное время, что хочется чуть больше песен добрых о любви, о любви к миру, о любви к себе. И, собственно говоря, я вспомнил три песни. Вот. Одна из них называется «Посмотри на себя». Вы знаете, я так часто сталкиваюсь и смотрю на своих друзей, которые красивые, умные, образованные, у них столько комплексов, они постоянно ковыряются в себе, у них постоянно синдром самозванца. Вот. Я смотрю на них и думаю, господи, вот если бы вы хотя бы на секундочку посмотрели на себя со стороны, моими глазами, человека, который вами восхищается, у вас вообще бы не осталось шансов на какие-то там, не знаю, мешкания и на неуверенность в себе. И песня «Посмотри на себя» — это как раз об этом, что иногда надо смотреть на себя глазами влюбленных в тебя людей. Вот. Вторая песня, которую вспомнил, была песня «Три правила». Тоже эта песня такая интересная история. Мне кажется, что наша жизнь, она вообще похожа на книжку-раскраску. И можно находиться в одном месте, в одно время, слушать одну и ту же музыку, смотреть один и тот же фильм, и два разных человека абсолютно по-разному воспринимают действительность. Вот фактически реальность, она, на мой взгляд, она бесцветная, черно-белая раскраска. И кто какие цвета мы раскрашиваем, это сугубо наш личный выбор. Как видеть ту или иную ситуацию. Поэтому песня «Три правила» — это про любовь к жизни, про три цвета. Жизнь, любовь и благодарность от Лондона. Вот. Как-то так. Поэтому у меня сегодня был такой экспромт, мне было тревожно, потому что я не знаю, как люди воспримут мои творческие эксперименты. Вот. Но все прошло здорово, на самом деле классная была обстановка. Приятно выступать среди таких добрых, милых людей. Да. Сергей, а вот скажите, как лично вы боретесь с комплексами? Что, может быть, какие-то приемы есть? Ну вот опять один из них мне вот на самом деле помогло, когда я... Я смотрю на те, которые мне говорят: «Сереж, ты такой там классный, понимаешь?» Я начал размышлять, например, того, а что действительно люди во мне видят хорошее. Это помогает, такая рефлексия, помогает немножко взглянуть со стороны на себя. И есть классное упражнение. Оно мне сначала ступор было. Подойдите к зеркалу, и, там, не знаю, начинайте свой день с утра, когда подходите к зеркалу, и просто говорите себе 5 вещей, это фактов о вас, за которые вас можно любить, ценить и уважать. Это на самом деле не так просто. То есть сначала встаешь, с скромностью, все вот это, думаешь, что там, ну, а ты начинаешь разбираться и отвечать себе на эти вопросы, это окрыляет. И, так сказать, дает почву под ногами ощущать более плотно. Сергей, а какие лично у вас есть три основных правила, которыми вы руководствуетесь в жизни? Ну, на самом деле, вот они как раз из той самой песни. Я стараюсь благодарить жизнь за каждый миг, который нам дает. Даже в самой сложной ситуации, в которую мы попадаем, так или иначе, да, жизнь, она все равно это американский горь. Вот. Даже в сложных ситуациях нужно задавать себе вопрос, для чего мне такое послано, как эту ситуацию можно решить, чтобы идти дальше. Да, не концентрироваться на проблеме, а концентрироваться на ее решении. И быть благодарным за те маленькие минутки счастья, которые на самом деле просто наштамбованы в нашей повседневной жизни. Просто это не замечаем. Я сегодня вышел, птица, боже, весна пришла, что здорово. Но мы в повседневной своей суете это все время не замечаем. Поэтому основное правило моих – это благодарность судьбе, вселенной, людям, которые окружают, за те удивительные моменты, которые у меня есть. Сергей, есть у вас любимая площадка в Москве, где вы больше всего любите выступать? Ох, ну на самом деле, два руки вверх, мне с прекрасным звуком, какой бы филиал ни был, где бы он находился, мне всегда очень хорошо звук. Вот. Мне очень понравилось выступать в техбезопасности, в ТПО. На самом деле все площадки хороши. И, наверное, дело не столько в площадке, а в тех людях, которые там приходят.
и та энергетика, которую я себе несу. Вот. Мне не случалось выступать в местах, где бы мне было некомфортно. Почему? Видимо, я счастливый человек или благодарен, опять-таки, да? Я благодарен каждой площадке, на которой я выступаю. Сегодняшний концерт посвящен весне. Что лично у вас поменялось с наступлением весны? Ну, эта весна вообще очень особенная для всех, для нас. Экстремальная, скажем так, в апреле снег. Что она мне принесла? Да. Хороший вопрос, я такое займу как не буду. На самом деле, умение концентрироваться на хорошем. В текущем информационном потоке очень важно выуживать какие-то положительные вещи, дарить больше любви окружающему миру, помогать друг другу, заботиться друг о друге. Наверное, какие-то такие подкрутации у меня произошли, мне хочется больше отдавать. Сергей, и какие пожелания у вас нашим зрителям? Как вы знаете, среди них есть начинающие певцы, музыканты, артисты. Что вы им пожелаете, как им прийти к своей цели? Ребят, здесь на самом деле, наверное, нет какой-то универсальной пилюли, но базируясь на своем опыте, я хочу сказать, что очень важно окружать себя правильными людьми, которые дышат теми же интересами, что и вы. Творческая тусовка, она подстегивает постоянно, да, искать какие-то новые решения и позволяет идти дальше. Поэтому окружайте себя людьми, которые позитивны, которые увлекаются теми же вещами, которые увлекаетесь вы, которые вас поддерживают, а не которые вас только критикуют. Потому что токсичность, она тянет вниз, и она никому не делает хорошо. И тот, кого, извиняюсь, абьюзит, да, и тот, кто абьюзит. В общем, это такие очень неплодотворные отношения. Вот. А еще, наверное, главное, не обращайте внимания на те сложности, с которыми можете сталкиваться. Потому что не мы делаем проблемы и трудности, да, а трудности и проблемы делают нас. Анализируйте все, что с вами происходит, делайте какие-то выводы, идите вперед. И поменьше обращайте внимание на какой-то негатив или не самую позитивную оценку вашей адреса. Верьте в себя, и у вас все получится. Все, Сергей, спасибо вам, успехов в работе, развитии, побольше новых песен. Спасибо, спасибо большое, всем хорошей весны. Да. Счастливо. Пока. Пока.